Это дворец культуры Металлург. У них такие названия. У них и хранитель Металлург. Искусственный интеллект. Детский камерный кукольный театр. Ну, в общем, вот это здание. Это все-таки дворец культуры. Ну, так-то можно было догадаться. Ну, это я тут вроде как гуляю вечером по культурным местам. Кошмы. Сейчас вечером хоть жить можно. И так это жарко, что невозможно жара. Да. В общем, у меня санаторий. Тут я как в санатории. То ли отпуск, то ли что. Цветочки тут высажены симпатично. Да, вот он, корм. Цветочки, наверное, питомник. Вот оно, кино. Все-таки это не кинотеатр, а дворец культуры, Металлург. С этой стороны кино. Кинотеатр. Киноград. Вот наша больничка, где я зависла плотненько. С этой стороны я не хочу.